Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылки из Китая. Пришла вот такая вот коробочка, оценена у нас в 10 баксов, весит всего лишь 50 грамм, ну, по крайней мере, так указано. Пришла, насколько я знаю, с Алиэкспресса, трекалась, честно говоря, трек не проверял, но примерно где-то за дней 30 или, может быть, даже больше пришла эта посылка. Вернее, даже 145 весит грамм. Ну, неправильно указано, видимо, просто наклейки печатают одни и те же, чтобы не париться. Так, давайте ее, собственно, вскроем. Так. Не вскрывалась на почте, кстати. Вот видите, то есть скотча, ну, вернее, это даже не почта, это таможня, можно так это назвать, не вскрывалась, значит, потому что скотча ихнего нету. Так. Сейчас все дело вскроем такими ножницами. Ножницы туповатые, так что извиняйте. Процесс будет долгий. Эту штуку, честно говоря, очень ждал. У нас в кадре даже есть к ней, получается, ну, не знаю, девайс. Да, это она. Честно говоря, заказывал у продавца сомнительного, то есть этот продавец вообще... Ну, в общем-то, он малоразвитый, у него там буквально около 20-30 заказов всего, но у него там достаточно вроде интересная техника есть и достаточно по хорошей цене. Кроме этого, я сразу же вижу, что тут есть какой-то гифт. Это у нас получается электроника, ну, так скажем, можно так это назвать. Получается, это у нас тут усилитель звука. Так, давайте сначала посмотрим, что у нас за гифт. Вот такая вот китайская безделушка. Ну, ладно, гифт есть, да, и это главное. То есть, фидбэк уже будет в этом плане хороший. Вот такая вот штука. Тут у нас полный комплект. Тут даже вот есть вот эти вот... Честно говоря, не помню, как они называются. Ну, в общем-то, они служат вроде термопасты и лучше проводят тепло. Это у нас получается такой усилитель, очень компактный. Честно говоря, где-то, ну, сантиметров 15 на сантиметров 5-4. Где-то вот так она по размерам, это чтобы себе прикинуть могли. Тут у нас сразу уже есть конденсаторы, вот эти вот большие, которые на питание через них подается. Так, давайте все это дело откроем. Тут достаточно мощное нужно будет охлаждение. Ну, в общем-то, я, скорее всего, сниму видео. Да, не то, что скорее всего, 100% сниму видео по поводу вот этого вот усилителя. Покажу, что я с ним сделаю. Но такой вот усилитель, то есть это заводской усилитель. Видите, все сделано вообще классненько, аккуратненько. Я вообще, честно говоря, насчет сборки своих усилителей, это как бы классно, интересно, но все-таки некоторые там компоненты, вот как вот тут это все сделано намного качественнее, во-первых, во-вторых, некоторые компоненты, короче, трудно паять на плату. Допустим, вот эти вот микросхемы, их на простые макетные платы не запаяешь, надо иметь свои платы. Если ты имеешь свою плату, уже более-менее можно что-то собрать, так, конечно, намного интереснее, в общем-то, ну, тот, кто занимается подобными вещами. Но я решил особо не париться, поскольку схемы именно вот этого усилителя у меня точно не было, я решил его просто заказать. Кроме этого, по стоимости он выходит столько же, сколько если я, допустим, бы заплатил за макетную плату, за вот этих вот три микросхемы, за вот эти все конденсаторы, в общем-то, вышло бы столько же. А зачем мне платить, если я могу взять уже готовый, собранный, получается, заводской, можно даже сказать, усилитель, который уже будет на 100% работать, я не буду с ним никаких проблем иметь. В общем-то, решил все-таки так взять. У нас тут целых три микросхемы. У нас микросхема у нас TDA7293. Честно говоря, ну, те, кто в этом разбирается, явно знают, что это очень популярная микросхема. Мощность одной единицы около 70-90 Вт, это примерно, при, получается, 35 вольтах, ну, подавая питание 35 вольт, вот. Тут у нас целых три микросхемы, и обещано у нас тут на выходе, получается, на один канал, обещано у нас, получается, 250 Вт, то есть это достаточно мощный усилитель. Его можно поместить в корпус, можно, допустим, использовать его даже в машине, но в машине можно его будет использовать только если у вас там питание есть, ну, инвентары на 24 вольта как минимум, потому что 12 вольт его уже запитать не получится. Или если у вас просто там, я не знаю, питание идет от 24 вольт. Но, в общем-то, вот такая вот штукенция, также можно ее поместить в какой-нибудь корпус интересный, и у меня для нее... Кстати, тут болтики даже есть. Ну, в общем-то, комплект вообще полный. Продавец порадовал, то есть тут полный комплект, трекалось, упаковали все отлично. Продавец хоть, так скажем, ну, не популярный, я скину ссылку на него обязательно к тому, кому будет это интересно, но он все-таки в качестве, ну, достаточно хорошо все сделал, то есть это, возможно, он сейчас только на начальном этапе все это делает для того, чтобы поднять себе репутацию на фидбэках, но, честно говоря, респект ему, то есть он вообще все классно сделал, меня это радует. Тут к нему есть вот такой у нас блок питания, достаточно тяжелый, я не знаю, он, верно, ну, полкило точно весит, даже может быть около килограмма. Вот такой вот блок питания,
Вернее, это не блок питания, это трансформатор, я уже что-то заговариваюсь. Он получается у нас из, я не знаю, вам будет видно тут, 220 на входе, и на выходе у нас получается 36. Даже тут не 36, а после диодного моста получается там будет около 42, по-моему, вольт. Я точно не помню, но, в общем-то, я мерил. Работает он вообще отлично, не греется. Ну, то есть нагрузку на него давал, он не греется почти. То есть сам по себе он достаточно хороший, вот такой здоровый. Я его покрасил, поскольку изначально он был достаточно ржавый, я его немного так подшкурил. Ну, не подшкурил, так зубной щеткой, можно сказать, вот как он был изначально. Видите, вот ржавый немного, он старый достаточно. Ну, как старый, ему, по-моему, около 30 лет, я его немного подкрасил, чтобы у него вид более-менее нормальный был, и там, то что ржавчины много было, я тоже ее всю зачистил и все это дело хорошенько прокрасил. В общем-то, вот такой вот у нас получился трансформатор, я буду по этому делу все видео снимать, то есть это взаимосвязанные вещи. Трансформатор тут, по-моему, на 150 ватт, но я думаю, что мне этого вполне хватит для питания нашего усилителя, учитывая, что на полной мощности я его навряд ли использовать смогу, то есть у меня просто таких динамиков нету. То есть вот это вот этого блока питания, ну, вернее, трансформатора на 150 Вт мне более чем хватит. В общем-то, такой вот, вот такая вот посылочка пришла с Китая, ссылка будет на нее в описании, кому интересно. В целом, вообще вот такой вариант подходит идеально для тех, кто не умеет, вообще в этом ничего не шарит, но тут все достаточно просто, и вы хотите, допустим, улучшить вашу стандартную аудиосистему, например, даже в машине. Но этот вариант не подойдет для машины, поскольку тут питание 36 вольт, от 24 до 36 вольт, где-то так тут питание. Это для машины явно не подойдет, но вообще вот такие схемки, они стоят намного дешевле, чем, допустим, покупать уже готовые усилители мощности, которые вот в таких вот жестяных, ну, железных коробках продаются, которые там стоят сумасшедших денег, там буквально, ну, с такой же мощностью где-то будет, наверное, баксов 200-300 стоить, ну, хороший усилитель. Эти микросхемы сами по себе хай-фай, то есть тут достаточно хорошее качество звука, и те, кто не хочет париться паять, легче вот такую заказать, тем более в некоторых случаях это будет даже выгоднее, чем если по отдельности покупать запчасти, травить, получается, плату, потому что чтобы травить плату тоже нужно, получается, на химические средства деньги затрачивать, потому что это реально очень много там выходит. Если у вас уже это все есть, то вам, конечно, легче уже будет делать на своей плате, все делать самому. А если у вас этого нету, то вам придется достаточно серьезно затратиться. Так что лучше покупать уже собранную. В общем-то, вот такой вот усилитель нам пришел. Честно говоря, доволен. Упаковали все отлично. Кстати, тут еще бумага какая-то вот китайская, я не знаю, для чего она сделала. Ну, вроде бы для защиты, но особо она там ничего не защищала. В общем-то, вот такая вот посылочка. Продавцу респект, фидбэк будет обязательно хороший. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем-то, пока.